С первым зимним днем начинались и первые приготовления к Рождеству. Постепенно раскрывался адвент-календарь, наполненный сюрпризами, с каждым новым окошком приближая любимый праздник. За месяц до Рождества появлялись в домах рождественские венки. В этом венке находилось 4 свечи. В одно из воскресений перед Рождеством зажигали одну свечу. С каждым воскресеньем становилось в доме все светлее и светлее. Таким образом, шло приближение праздника. До начала 20 века украшение елки было таинством, дозволенное только взрослым. На пушистых ветвях появлялись бонбоньерки, пряники, золоченые орехи, 33 розы по числу прожитых Иисусом Христом лет и, конечно, фрукты. Кстати, по легенде, именно из-за яблок появились и елочные игрушки. Когда случился неурожай, положение спасли находчивые стеклодувы из Тюрингии. Елку наряжали исключительно родители, взрослые для детей. Но дети могли изготовить украшения на елочку, конечно же, самостоятельно. Это могли быть звездочки, бумажные ангелочки, цепи из бумаги. Откуда можно было почерпнуть? Конечно же, из специальной литературы, различные детские журналы, приложения к ним, например, библиотечка игрушки. Журналы пестрели рекламой подарков. До революции их дарили чаще всего только детям. Помимо традиционных кукол и солдатиков, к концу 19 века в моду вошли образовательные игрушки. В столице особенно славилась Санкт-Петербургская мастерская учебных пособий и игр, располагавшаяся на Троицкой, ныне улице Рубинштейна. Если ребенок увлекался, например, литературой или сочинял стихи, писал сказки, то ему можно было подарить домашнюю типографию. Так она выглядит. Здесь набор буквок, литер, губка для чернил, наборная доска. И вот такой подарок помогал ребенку стать настоящим писателем. С первой звездой все собирались у рождественского стола. С рождения многонациональный Петербург и в застолье себе не изменял. Дети британского коммерсанта по традиции вместе со всей семьей замешивали тесто для рождественского пудинга. Отпрыски шведов-ювелиров радовались пряничным домикам, а немецкого инженера – кексу Штоллену, чья форма символизирует младенца Иисуса. У русских принято на Рождество выпекать особое печенье, которое называется козули. Это не от слова «коза», а от слова «козить», что означает шутить, смеяться, баловаться. Это печенье придумали на севере нашей страны, в Архангельской области. Печенье изготавливали из ржаного теста. Вот такой формы различные могли быть эти печенья козули. Параша, козочка могла быть, поросенок. Солнышко, самые разные формы. Конечно, дети сначала могли поиграть с такими козулями, а потом их и съесть с удовольствием. Главной же традицией Рождества прошлого было приглашать в гости знакомых, которым не посчастливилось иметь семью. Ведь никто не должен быть одинок в ожидании чуда.